Вот это пресс. Разве это пресс? Вот это пресс. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Эффект 1xBet. Зашел, поставил, победил. А вы, ребят, с вами Юлик. Я надеюсь, что вы не смотрели новый выпуск Хайп Кэмпа и дождались моей реакции, чтобы мы посмотрели это вместе. Проект покидает Lucky Lee. Нет! Суки! Короче, ставьте лайк, если хотите, чтобы я посмотрел Lucky Lee. У него же должен быть свой канал отдельно от Хайп Кэмпа. Могу сказать, что на все воля Божья. Раз так произошло, значит, Господь зачем-то это сделал. Нет, это сделал Даня Комков! Ладно, это сделал не Даня Комков, это во всем виновата Аниме, или как там ее звали, которая... Лаки, мне было приятно вас видеть, хоть и недолго. Я вам желаю удачи в вашем благом деле и понимающих людей вокруг. Спасибо. О, надо же, Данилстер сказал что-то нормальное. Аниме, сука, улыбается. Она рада, что он ушел. Конечно. Теперь у меня в команде не будет людей, чьих слов я не понимаю и расстраиваюсь. Девочка, походу, нашла закладку с наркотиками монтажера этого проекта. Просто еще раз посмотрим. Вот так она поет без автотюна. Ты такой грустный. Хуй сосал невкусный! Всю жизнь ждал этого момента. Да, это не смешно, это убого, я понимаю. Грустный, потому что опять кто-то сегодня уйдет с нашего проекта. Хочешь, поговорю с Даней Комковым? Хочу сериал про этих двоих. Тогда никто не уйдет? Нет, тогда уйдешь ты, больше не будешь расстраиваться. Ах ты маленькая дрянь. И схватил ее и душить начал. Я никуда не уйду с этого проекта. Я единственное хорошее пятно света в этом темном царстве уродов. Поехали! Что нужно делать в магазине Гуччи в Санкт-Петербурге? О, господи. Всем привет, это Витфест. Витфест в самом разгаре, оставайтесь со мной, вас ждет много уникальных интервью. Это хайп. Они так любят Комкова. Вот этот пидор, который не смешно шутит, он опять не смешно пошутил. Стоит куча детей около лаунж-зоны блогеров и орут во всю глотку. Даня, Даня. И их снимают на камеру, и стоит перед камерой чувак, ну, видимо, который с хайп-кэмпа. Он мне больше всего не нравится. Он поворачивается в камеру и говорит, бля, неужто так Комкова все любят? Чувак, это мне кричали, блядь! Короче, что там было? Даня Кашину стало очень плохо на автограф-сессии. Или на фотографиях. Короче, ему стало очень плохо, его увели, и дети кричали ему. Нет, эти дети даже не знают, кто такой Даня Комков. Блоги ваши, отстойное... Отстойное говно. К сожалению. Не все. Конечно, нет! Блять, я превращаюсь в Комкова. Или Комков превращается... Я не знаю, может, Комков превращается в меня. Но, скорее всего, у этих... Он сам ненавидит этот проект. Я запутался. Что делать-то? Сегодня я отсмотрел ночью все ваши влоги. Мне... Бля, так себе развлечение, я уверен. Кто-то из вас сегодня покинет проект навсегда за ваши отвратительные влоги, за ваш отвратительный контент. И так будет... Пусть вот, блять, этот чувак в розовых очках... Если вы не будете снимать качественный контент на этом проекте, вы будете покидать проект. Мол, уже они сняли влог. Хорошо, у них это получилось, а поведение, то есть вообще в личном у них не получилось. Ну, альбины думают так себе влог. Не надо их выгонять, нужно... Вот после Lucky Lee, вот всех остальных можно, ну, еще и Любилов не трогать. Вот вместо изгнания сжигайте их и топите... Санкт-Петербург, чтобы по моим трубам текла вода, которая нагрета мясом бездарностей. Несмотря на то, что вы который день подряд не показываете себя как классных блогеров... Интересно, почему же? Может быть, потому что на кастинге проебался кто-то, а? И набрал, блядь, бездарных, неинтересных хуесосов? Об этом ты не подумал, блядь? Ёбаный в рот, у меня от стены эти хуйни отваливаются. Стараешься, блядь, что ты делаешь, блядь, а все ломается, нахуй. Гирлянду пытался приклеить, блядь, не светится, не жизнь, а наказание какое-то. Мы сделали вам подарок и пригласили замечательного блогера из Соединенных Штатов Америки. Встречайте, пожалуйста, Крис Оффлинг. Крис Оффлинг. I got
Бля, охуительно. Это один из тот жанров видосов, где они говорят, что они отправили себя посылкой, и у них получилось куда-то прийти. 100 слоев клея, 100 слоев воска, гадание, блядь, на карандашах. Какой странный пацан. I'm Crystal Fling. Привет, ребята, я снимаю хуйню на ютубе. American YouTube vlogger. Я американец, влогер, ненавижу русских. Can you tell a little bit about yourself? Я Лиза Анохина. Я вот такая вся такая. Йоху! And I do videos either about my life, more emotional videos, or... Я снимаю челленджи, так и скажи. Crazy videos that are very... A masterclass to you guys. Как, блядь, склеивать коробку, в которой вас отправят хуй знает куда. Нет, как делать вид, что вас отправили в коробке хуй знает куда. О, блядь, понапрокалывал себе губ, ушей. О, блядь, наркоманы эти американские. Ух, спид свой привез из Америки. И вот в хойп-кэмп. Ура! Самое интересное узнаю вы, нет. Крису мы очень бы хотели. Вот, сука. Хотели попасть. А, молодец, Илья. Да, Илья? Да. Вот. Чего? Крису мы очень бы хотели попасть на самом деле, да, Илья? Да. Да, но больше бы я хотел попасть в свою жопу. Вот. Давай, скажи какую-нибудь хуйню. И такой опыт аж с его стороны получить как бы... Он сосается! Сосается с пацаном! Он пидор! Чему он вас научит? Он научит вас сосаться с пацанами. Именно поэтому те два гомогея хотят научиться у него чему-то новому. Потому что они тоже хотят сосаться и в жопы долбиться 100%. Поэтому у них все шутки вокруг этой хуйни. Each group is gonna make a video telling me about Russia. О, бля. Я в номинации на вылет, я отношусь нормально, даже очень хорошо. Вчера я съела и убила котенка. Потому что, честно говоря, эта игра меня немножко утомила. Хочется вернуться в Питер, в свою привычную прохладную темную среду. Ох, сколько самомнений. Ох, моя темная среда, я создание сатаны и демон ночи. Посмотрите, я вся в черном. И даже губы у меня черные, будто я уголь жрала. Я не хочу говорить много, я... выделяться. Она так смешно изъясняется. Ну, а что вы как? And growing. At first it was all about collaborating. Because your first, you know, 10-20,000 subscribers, those are the hardest to get. Luckily for you guys, you have, you know, all the people here. Так, сейчас давайте все намажем губы клеем и будем коллаборировать. Can get your foundation started. But collaboration can only... Интересно, я могу ли я приклеиться к жопе Комковой? Ну а теперь, пожалуй, поговорим о новом задании, которое сегодня определит, кто уйдет, а кто останется. Новое задание — вести себя как расисты. Если какие-то... Ну, только по отношению к малазийцам. Ладно, не к малазийцам, только к Ники Минаж. У нас в замке Медведь, можно было бы с ним что-то устроить. У вас есть замок, это такой стереотип для русского человека. Можно сделать вообще что угодно. Сделать стереотипы богатых людей где-то там. Наобум. Идея придумать о том, что здесь, предположим, грубо говоря, средневековье. Что у нас вообще ничего здесь нет. На самом деле, ничего здесь нет, мы не знаем, уже мы живем. Да, только в Лондоне пиздатым. В замках в 21 веке. Если у вас сейчас есть некая аудитория в лице одного человека, что ему интересно, какая подача? Социальные темы крутые? Ну, их никто не любит, потому что заумных людей никто не любит. Поэтому вам тяжело меня сейчас слушать. Вам нужно шутить. Вау, ей осталось только вот после этой фразы добавить вот такой смех. Челядь ебаная. Ну, продолжайте меня слушать. Мне было интересно, что в итоге они будут, потому что были работы до этого с голой попой и прочее, где они вроде... Да, где ты... А, стой, погоди, ты же там вроде тоже очень много советов давал. Ну, почему-то получилась голая попа. Интересно, что же выйдет на этот раз? Вы бы спрашивали моего совета, даже уже после того, как уже смонтировали ролик, но ничего... Не убирали, не делали с этим. Может, потому что советы не подошли. Однако же они обогнали Lucky Lee, к моему большому сожалению. Let's see some Russia.
так Россия это там, где малолетние бляди встречают тебя сразу, как ты только въезжаешь в страну. Да, и сутенеры пьяные. Это водка. Не. О, боже, мне такая глупость приснилась. Неплохо. Неплохо. Ну, получилась хуйня! Это же все хотят услышать говно, не смешное. Да ладно, нормально сойдет. Не смешно, но, блядь, похуй. Я сначала думал, можно было докопаться, потому что, блин, как это банально, банальные стереотипы. Но эта фигня все исправила. Банальные стереотипы? Да. Стереотипы бывают не банальными стереотипами, да? Янго задумался. Даня Комков, почему ты унижаешь этот проект? Почему ты отнимаешь мою работу? Хватит! Хватит! Ты пиндустер! Ты чё? Алло! Хватит! Really liked it. It was very good, very easy to understand for both. Давайте дальше. Я сегодня диджей. Давай. Диджей, дай нам вот сюда, да. Команда Янго. Hello, world. Please give me водка. Give me водка? Only boys! Oh my god! This is gay! Почему они улыбаются и смеются? Чего, блять? We are Russians! We are Russians! Мне понравился больше всего ролик моей команды. Ебать, как это звучит. Почти так же круто, как... Обычно никто не любит злобных людей, поэтому вам сейчас тяжело меня слушать. Вот где-то на уровне. Мне понравился ролик моей команды. Удивительно. Это было реально смешно, конечно. Я прям жду ролика Кати Клэв. Прям не могу. Наверное, это будет что-то удивительно веселое. Ведь там есть два таких веселых чувака. Russian music is soul. Понимаете, да? Единственного талантливого человека выгнали. О, господи, это же азиат, играющий на русский балалайке. Это же расизм! Расизм! Простите, у меня все еще бомбит с третьего выпуска. Ну и, конечно, с того, что выгнали Лаки Ли. Идея прикольная, типа оригинально. Ну а в чем оригинальность, типа, когда мы говорим о стереотипах? Ну по сравнению с другими. Не, идея вот той стереотипы... Не, ролик говно, вставка с Лаки пиздатая. Блин, точно те же, как и у да. А что происходит? Непонятно. Идея супер крутая, прикинь, на фоне балалайки, чтобы происходили все вот эти стереотипы сзади, да? Да, идея... Ну ладно, идея пиздатая. Идея пиздатая, реализована отвратительно. Ну просто единственное, вот чего не хотел, мне кажется, гэга какого-то, да? Did you get... Вообще, блядь, братан, ну ни одного гэга, в каждой сцене должен был быть гэг. Yeah, I don't know, it was different. It was definitely different, but I did learn a lot from this one, for sure. Катя, причем который раз твоя команда не прислушивается к твоим советам? Я не понимаю, они абсолютно не слушают мои советы и каждый раз выигрывают. Начните слушать мои советы. Вы должны проиграть. Мне кажется, они просто-напросто тупорылые. Если они каждый раз выделяются среди всех, я не говорю, что они мне нравятся, но вот в этом проекте они уже во второй раз как бы выделились, отличились в хорошем положительном ключе, то может им нахуй не нужно слушать ничьих советов? Может эти два сумасшедших пидора-то и выиграют этот... Хэп-кэмп, я не знаю, если они выиграют, я не удивлюсь. Предлагаю сегодня выгнать двоих именно из твоей команды. О, да. Мы выгоняем сегодня двух человек. Нет, мы сегодня двух. А ты это сначала обсуждал, да? Янго, хватит. У тебя в сценарии написано, спорь с Комковым, что ли, или что? Но если ты споришь с Комковым, спорь по-настоящему, а не делай вид, что тебе не похуй. Мы же договорились все обсуждать. Пожалуйста, флешбэк. Может быть. Не может быть, а ты точно. С нами будешь, к общему решению. Да. Может быть. Может ты быть. С нами будешь принимать? Может. Бля. Пипит, островать ты.
знаю, про кого именно вы говорите, как двух, как одна единица или в целом два. Но сейчас... Нет, давайте выгоним двух, как одна единица и еще кого-нибудь. Здрасте. That's really... Please say one. That's really hard. Чувствуешь? Just because... Okay. Just because I think YouTube is about content and it's about comedy and big personalities, I'm gonna have to go with number two. Блять, я все просрал. Ах, суки. Это я? Да. Yeah. Thank you so much for coming. Oh, he's just joking. Of course, да. Yeah. For watching, yeah. Все, блядь, пакуйте его в посылку, как он это любит, и нахуй его обратно в свой пидерас. Россия, yeah. А еще я там цветок разбил, вообще пиздец. Ужасно. Хэп-кэмп. Просто заставляет меня нести какие-то потери. Просто запускай. Ты просто какой-то более злой, чем обычно. Ну, каждый день на меня диссы писают. Строгие черты лица, очки от Гуччи. Ты возомнил себе царя, но нас ничем не лучше. Твоя шуба словно шкура развивает на ветру. Демонстрирует всем мило твою царскую елду. Спасибо, пацан. Я знаю, как назвать этот ролик благодаря тебе. О, ты да, обиделся. Бубу-кися-пися. Так. О, пацан улыбается, не понимает ничего. Ну ты молодец. Ты, молодцы, ребята, молодцы. Ну ты сегодня вылетишь, скорее всего. Ну круто же. Не, да. Игорь, красава. Команда Яна Гордиенко в который раз уже позволяет себе чересчур много. Я поздравляю вас с окончанием этого тяжелого, но насыщенного дня. Блин, лучше меня поздравьте с окончанием просмотра этого ролика. Полчаса, пиздец. Но, к сожалению, мы подошли к грустному моменту. Сегодня кто-то покинет шоу навсегда. Да, и, конечно же, вы не скажете. Яна Гордиенко, который позволил себе чересчур много. Это Игорь Янг. Он записал на меня дисс. Я считаю, что таким провокациям на проекте не место. Именно поэтому... Именно поэтому смотрите концовку, как обычно. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. С вами был Юлик. Всем пока. Не смотрите хайп-кэмп. Смотрите меня. И все.